Сергей Миронов встретился сегодня с главой мусульман России, муфтием Равилем Гайнутдином. По его приглашению лидер «Справедливой России» приехал в соборную мечеть. Говорили о грядущем 75-летии Победы. Мусульмане договорились провести в стенах Госдумы конференцию, посвященную юбилею. Мы давно дружим с муфтием шейхом Равилем Хадратом, и я с большим удовольствием принял приглашение посетить большую мечеть. И у нас есть о чем поговорить, потому что духовное управление мусульман в лице муфтия шейха Равиля Хадрата выступило с инициативой провести в стенах Государственной Думы большую международную конференцию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и конференция будет носить смысл о единении всех народов и всех национальностей в борьбе против фашизма и памяти о нашей общей победе. Значение этой великой нашей победы, она истинно святая, и благодарю я спикера, председателя Государственной Думы Федерального Собрания господина Володина, который принял нашу просьбу, дал положительную резолюцию на проведение международной конференции в стенах Государственной Думы.